Здравствуйте! Сегодня я делаю видео по просьбе одного из пользователей. Итак, необходимо нам с вами перевести 3/4 часа в минуты. Итак, 3/4 часа достаточно для этого 3/4 умножить на 61. Почему на 60? Потому что в часе 60 минут. Вот мы с вами 60 сократим на 4, получим 15. И 3 умножить на 15 – это 45 минут. Аналогично давайте переведем 2/5 часа. Дробная черта. Значит, 2/5 умножаем на 61. Итак, 60 мы делим на 5, это 12. 12 умножить на 2, это 24 минуты. 1,1, прежде чем работать с этим числом, мы переведем его в неправильную дробь. 1 умножить на 3, это 3, и прибавить 1, 4. 4/3 умножаем на 61, сокращаем 60 на 3, это 20, и 4 умножить на 20, это 80 минут. Аналогично 2,4 часа. 2 умножить на 6, это 12. И прибавить 4, это 16/6. Умножаем на 61. 60 поделить на 6, это 10. И 16 умножить на 10, 160 минут. Спасибо за внимание.